Взгляните на графики роста числа автопарка России за 50 лет. А теперь откроем пункт 2.5 ПДД. Водитель обязан включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки в соответствии с требованиями пункта 7.2 правил. Мы предлагаем передовую техническую систему по автоматическому оповещению водителя автомобиля о находящихся впереди по курсу движения невидимом или скрытом препятствии или преграде. Как это работает? Ситуация, когда впереди тихоходная, уборочная или другая техника. Ситуация, когда впереди ДТП перегородило дорогу. Ситуация, когда автобус аварийно встал на железнодорожном переезде и подает сигналы машинисту поезда. Аварийно стоящая впереди машина частично на дороге за крутым поворотом. Чаще всего аварии происходят в темное время суток. Остановить рост числа таких аварий поможет наша система автоматического оповещения –